Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале KickMeet, меня зовут Зыков Антон. Меня Тимофей Колпаков. Сегодня мы в новом магазине KickMeet на Парке Победы. Специально для вас собираем кастом. Мы сделали на него приятную скидочку в размере 20%, для того, чтобы вы смогли приобрести этот сочнейший стрит-кастом в новом магазине. Приехали, все посмотрели своими глазками, пощупали своими лапками. Yes. И заценили данную сборочку. Мне кажется, что наши подписчики заслушивают чего-то более премиального. Вон ниже есть нормальное. Смотри, чтобы у вас билось сердце всегда, чтобы вы никогда не умерли с трюка, берем грипсы, пульс, кикнет. С Лем посложнее, потому что, ну, я сюда смотрел, и у меня выбор пал на два стека, Эрика Турила и обычный, и вот я не знаю, нам по цвету какой подойдет, поэтому давай, я предлагаю взять два, и уже потом по цвету подобрать, какой выберет. Сюда. Платформа. Для того, чтобы ставить ваши ноги. Че, в кикмите есть куча всего. Че, давай, Тимофей, что думаешь? Native. Классика. Жанра. Стритового. Куча размеров, куча цветов. Три цвета на выбор. Можно тоже взять два вот этих и выбрать. Давай возьмем ржавую. Давай, бери. Наш выбор пал на доску Native Ventura 6.0 на 23 дюйма. Парк Победы — магазин, где есть абсолютно все колеса Proto и River, которые у нас в России существуют. Вот. Но мы, скорее всего, возьмем что-то подешевле, чтобы наш самокат был не особо дорогой. Отечественное производство поддерживаю. Мне нравится. Они такие одинокие лежат. Очень хотят, чтобы мы их забрали. Но я бы, конечно, взял вот это, но у нас самокат очень дорого выйдет. Поэтому Trust Cup. Сюда. И вот что-то уже потихоньку у нас вырисовывается. У нас дилемма, что нам нужно собрать дешевый и хороший кастом. Что думаешь? Может, у горшка возьмем, чувак, угар? Вы понимаете, что, ну, у горшка даже SKS Pro модели свой есть? А у тебя нет. А у меня нет. А у тебя, блядь. Что будем? Мон. Ну, бери. Ну, вилку сразу бери, чё. Ну, как говорится, если СКС взяли моно, то и вилочку. Моно в такой же расцветке, чёрный. Не, ну ладно, на самом деле, без негатива, без предъяв, обычная хорошая вилка, полностью выполненная из одного куска алюминия, легкая очень сильно. Реально? Да. Я не знаю, сколько она весит точно. Нормально. Тут вот сейчас будет. Ну, ничего сверхъестественного, реально, просто обычная тип дефолтная вилка. Давай шкурка. Самые модные шкурки этого года. А, ну чувак, тут смотри, тут оказывается красные разные есть. О! А я не знал. А я не знал. Мне нравится вот этот дизайн. Мой друг набил татуировку со сквотендрой, поэтому. Ну, я поддерживаю Андрея Макарова. Меня почему-то вот такая привлекает. Ну все, нам больше ничего не надо. Мы же должны выбрать. Давай, выбираем. Окей, базар выбираем. Руль прежде всего. Мне кажется, что с хромом хорошо будет сочетаться именно хром. Ну, мне раньше казалось, что он немного голубой, но, видимо, это из-за каких-то бликов в окно сейчас. Окей, тогда убираем обычное. Да. Че, он выбирает? Шкурку. Любую, какой тебе нравится. Ну какой розовый, чувак? Ну все, базар тогда, ладно. У нас выбор не учитывается. На надежность деталей, как говорится, да. Ну все, минимализм абсолютно. Серый, черный, белые цвета. Вообще, кстати, что-то в этом есть в самокате. Подписчики, оцените наш выбор, осудите, так скажем, нас. Возможно, вы бы взяли какие-то другие детали. Напишите об этом в комментариях. Ну что, Тимофей, мы переключились на четкую камеру. Миша у нас отдыхает, сидит. И сейчас мы будем Эльенто собирать. Ну, ладно, Миша, у тебя задача, пока ты считаешь все цены и скажешь, сколько комплит стоит полностью по этим ценам, а потом сколько для наших подписчиков со скидкой 20%. Это вот тебе задача такая. Давай. Че, я бы хотел шкурку наклеить, если честно. Давай, мне не нравится это делать максимально. А ты на грипс тогда одевай. Хорошо. И можешь попутно рассказать про эту деку. Про деку, кстати, подписчики дорогие. Я знаю, что ты на ней катался. Вот этой дырки не было, когда я брал эту деку. Походу, это новая поставка.
Вот этой конкретной дырки не было. Вот эти две были, а вот этой не было. Я не помню. Я брал доску весной 2024 года. Почти в таких же габаритах. Она была 6,3. Нет, она была 5,5 на 23. Это ужасные габариты. Она была узкой, но длинной. Я взял ее, чтобы сделать брайфлет. Ради конкретного трюка. Я хотел взять самую легкую. Я хотел взять 5,5 на 22. А как думаешь, это ровно вообще на клевке? Ну да. Ну, я бы тормоз еще снимаю. Я тормоз обычно снимаю, но если нет, ты так сможешь. Я профессионал. Короче, взял ту доску ради того, чтобы сделать брайфлет. Первый день катаюсь, понял, что баники не дергаются, потому что она длинная. Ну не, это 6-0 на 23, поэтому я думаю. Нет. Сука. Пацаны, а вы рулевую взяли? Ну ничего, кикмит к тебе. 1600? 1600 рублей. Охренеть. Ребят, подшипники, как говорил один... Подшипники дешевле стоят, если что. Одинаковые все рулевые подшипники. Ну это да. Этот человек говорил, что трески в верхнем сваре не значит. Ладно. Мудрые мысли посещали его голову, но он был быстрее. Короче, ну вот, взял я доску длинную, и баньки не дергались, расстроился, и типа забил на брай, поставил через очень долгое время, но все-таки у меня есть позитивные отзывы, естественно, об этой прекрасной доске. Дай мне на секунду. Ребята, вот здесь вот под крукиды место такое прямое. И вот тут небольшая выемка, и если вы попадаете в него, то вы не будете балансировать, вы просто будете ехать. Это как бы стандартная фишка, но этого нет на некоторых досках. Как называется? Круг-грув? Круг-грув? Вроде так называется. В общем, здесь он очень кайфовый. Мне было очень приятно делать крукиды и бланты. У меня блант... Блант Спейс или как? Нет, не Блант Спейс, как эта штука называется. Вот эта штука в доске, короче, меня не стопила. Крукиды меня несли, все было хорошо. Вот. Ну, короче, четко, реально для настоящих стритеров доска. Да. Поскользить и покрутить. Мне единственное, что мне, чтобы я бы заменил в этой деке, это, наверное, тормоз. Потому что я почему-то не фанат пластиковых длинных таких тормозов. Не знаю, как по мне, он слишком сильно выпирает, и он слишком сильно длинный. Типа, мне больше нравятся железные фендеры, возможно. Типа, сам факт того, что он пластиковый снаружи, типа, мне не особо нравится. Но вы можете сюда заменить, либо может быть, вам нравится. Тут уж, так скажем, дело вкуса. А ты не сделал дырки под... Братишка, я шарю. Да? Да, братан. Ну. Не первый год в деле. О, ребята, я не знаю, мы не упомянули об этом. Здесь есть такие удобные отсеки под ширину хвата на этих грипсах. Да, их можно отрезать. 170 мм, 160, 150. И сколько вы хотите, чтобы у вас... ручка как бы была на руле, как можно более узко или наоборот чуть пошире. Вы сможете это чикнуть. Да, их удобно типа резать. Да. А ты видел хотя бы в одном магазине на территории РФ такую штуку, как звук про скутер, чтобы воздухом понялся, да? Джибошить. Не, не видел. Я не знаю, как это называется конкретно. Гидравлический насос, мне кажется, называется. Или как-то так. Не, я, кстати, не видел реально. Но был... Они надевают так грипсы, это очень удобно. Я всегда надевал в детстве грипсы через масло. Вот все думают, что это вообще бред. Вообще бред, чувак. Нет, это не бред. Я не понимаю, как. Ну, типа, как долго должно... Ну, типа, как долго высыхало это масло? 10 секунд буквально. Серьезно. Это меня научил делать Петя Бондарь. Году... Не знаю, в каком. В далеком году. Я не знаю. И... Мне все еще кажется, что это... Нет. Бред. Это нормальная тема. Типа, просто оливковым маслом, вот, который для яичницы, да, типа? Да, да. Ватной палочкой смазываешь грипсы внутри, и они типа 5 минут ходят, потом перестают ходить. Охренеть. В кикмите, когда я был малой, надевали грипсы white спиритом. Вот это было, это было хуже, чем масло. Почему? Потому что он ходил очень долго всегда. Но... Я просто типа дышу в грипсу и одеваю. Вот я не знал этого лайфхака до рилса с Степой Пальмом. Я так уже лет 5 делаю. Ну, это удобно, я вот сейчас быстро надел. Без каких-либо подручных средств. Он, пока Тимофей сосет грипсы, я тем временем уже доклеил шкурку. Вот так у меня получилось. Мне всегда нравится, что
доска полностью проклеена с передними и задними дропаутами. Мне кажется, это как-то дополняет, что ли, деку, что она не как такая какая-то обрубленная. Ну, не знаю, чисто визуально мне нравится именно так. Не знаю, напишите в комментариях, как вам нравится. Возможно, вы вообще не запариваетесь над шкуркой и просто клеите квадратом ее. Вот, но я фанат вот такого вот. Талантливо получилось. Ну, с косяками, но да. Че, ну вон, я могу тогда колесо собрать или рулевую собирать? Колесо, я думаю, заднее. Я не хочу это делать, это самое запарное. Самое заебное. Какое, как ты думаешь, самая запарная часть? Самое запарное, я ненавижу грипсы одевать. Нет, это вообще фигня сейчас. Я ненавижу заднее колесо вставлять. Не, вообще, заднее колесо очень просто. Чувак, я наклеил шкурку, пока ты грипсы эти свои дышал. Потому что у меня не было масла. Что там у нас за новинка самокат видео? Ты видел новое натив? А, этого? Риса Джонса. Риса Джонса. Он это... вышел же? Да, сегодня этот пиздец. Нет, вообще, чувак. Сори за мат, но там по-другому реально не сказать. Я, чувак, я сидел один дома и просто с открытым ртом смотрел это. Смотрите, парни, натив позаботились о вас полноценно и положили три комплекта проставок. Под 30-е, 24-е и 12-й стандарт, вроде как. Да. Вот поэтому нам нужны 24-е, вот обычные. Сейчас самые большие. А вот эти, они будут вам в комплекте, вдруг вы захотите другие колеса себе. Ты справишься? Да. Ну вообще я ненавижу это делать, поэтому... Но я не могу сделать ничего другое, как бы. Все, что я могу дать. Че ты говоришь? Какое твое любимое стритовое самокатное видео? А слышал про видео Onyx? Что-нибудь? Не российское. Не российское? Ну я так не вспомню, чувак. Я, да ну типа, понял, я смотрю эти видосы, но... Не знаю почему, мне типа не запоминается особо прям что-то вау. Типа я не фанат жесткий, как Леша Супонин там, например. Не знаю, вот у Вавана вышло прикольное тоже видео Гринёва на канале Kickmeet как раз таки. Тоже что-то в нем есть. Я сначала первый раз посмотрел недели две назад, мне Артем Щербаков показал. И вот сейчас оно вышло, и я как почему-то по-другому увидел его. Вот, поэтому посмотрите видос Вавана, реально четкий. Мое любимое стритовое видео с 2020 года, и мое мнение не изменилось. Несмотря на то, что у этой флейвы, у этой крюхи, у этой команды выходили еще видосы, это Breakfast. Я не знаю, как правильно он читается, к сожалению. Я уже, и вот я сейчас пытаюсь вспомнить, да не помню ни одного трюка. Дэниел Рэй, оператор там. За них Дэвин Свердловский пытается. Ну, Дэвин, ты знаешь, Дэвин Свердловский. Да. Подожди, а нам нужен пыльник, точно? Тебе нравится, как с пыльником выглядит? Не, мне кажется, как будто он вторит. Поэтому... Давай попробуем, хватит ли нам... Ну, просто если без пыльника. Мы, ребята... Не, мне так нравится больше. Без пыльника? Да. И просто Максим Градский всегда без пыльника катается. Мы положим вам, ребята, пыльник в комплект. К проставкам сюда, вот сюда. Если вам так он нужен, он будет тут, но... Мне кажется, без пыльника есть пыльника... прикол. Все самокатеры собирают, все кастом-билды собирают с пыльником, у нас будет свой без пыльника. Видео называется Aountre от команды Breakfast. Я его посмотрел в 2020 году, когда был еще малышом, и просто офигел. Я офигел не от трюков, а от, типа... фишечек, от кинематографичности этого видео, от того, как Дэниел Рэй снимает. Тогда не модно было, мне кажется, снимать 4:3. Единственное из этого кастома, что у меня было, это руль, только у меня был хромовый. И я катался на нем в Минске и в Питере. Где-то, ну, годик, наверное, у меня прослужил. Типа я его потом продал, он даже не сломался у меня. Вот, и мне очень всегда нравилась вот эта штука. Я не знаю, почему, у меня она всегда прикольная. Потому что я катаюсь, ну, типа, когда куда-то едешь с мобилой, ты всегда держишь самокат вот так, и я всегда ее вот так вот пальцем тер. Мне почему-то это доставляло удовольствие-то какое-то. Вот, поэтому он мне запомнился. Ну, и, в принципе, это обычная банальная Т-шка, которая довольно прочная. Поэтому в руле я довольно уверен. Ну, а каких у них габаритов вообще? Он какой-то очень большой, мне кажется. Мы напишем габариты опять-таки вот тут. Yes. Мне очень нравятся цвета этого самоката уже. Делаем? Да, давай. Еще смотрите, парни, натив шестигранник вам идет в комплекте. Серьезно? Да, это если что, из пакета натив. Офигеть, я не помню, что там такое было. Прикольно. А этот я вам не отдам.
руль поставлен ровно. Осталось пустяк закрутить его. Смотри, кстати, нормально по цветам получилось. Да, мне правда нравится. Получился самокат. Обычно понял, в кастом-билдах пытаются какие-то цвета подобрать, там какие-то синие, высматривают что-то рулевые с колесами. Мы вообще просто взяли все серое с черным сделали. Минималистичный дизайн. Суровая улица, асфальт, здание. Серое здание. Окраина. Серое небо. В России так живем, да. Улица граффити. Друзья, Тимофей докрутил болтики свои любимые. И этот прекрасный самокат. Я не пытался выбирать дешевые детали. Понятное дело, что можно было собрать там и за 40, и за 30 тысяч какой-нибудь. Вот. Но у нас все-таки не тычтим. И магазин премиальных деталей. Весь этот самокат без учета скидки вышел 50 200 рублей. Но из-за того, что мы снимали это видео, и вы можете приехать сюда, на Парк Победы, и забрать его. Но если вы, конечно, из другого города, вы можете его заказать. Скидка 10 тысяч рублей. И этот самокат вам обойдется в 40 160 рублей. Как тебе? Самокат как бы универсальный, я думаю. Ну, не универсальный, что вы можете пойти кататься в парке на нем, но доска не гигантская, 6-0. Можно и на 50 попасть вверх по периле, можно и трихила на подкатик сделать, да. Я не умею. Ну, самокат подходит для того, чтобы крутить и для того, чтобы скользить кайфово. Крукиды, бордслайды, фидеры, там, фифтачки спокойно абсолютно на такой доске делаются на 5-7. Все делают даже 6-0, прощает ошибки тоже. Колеса Траст, думаю, любые дропы, да, все вы видели дропы этих ребят. У них стальные, стальные колени, стальные нервы. И эти колеса продлевают жизнь их стальных коленей, стальных нервов. Руль прямиком из Америки, доска прямиком из Америки. Из Австралии доска, да? Грипс прямиком из Китая. В общем, самокат у нас интернациональный получился, со всех континентов. В общем, ребят, приезжайте в магазин Kickmeet на Парке Победы, забирайте поскорее это нечто, пока его не забрал кто-то другой до вас. Ну, это, братишка, реально единственный сами, который вот мы сейчас с тобой собирали. Типа у нас, ну, я не знаю, когда у нас еще такие скутер-сборки будут, поэтому, ну, нет, типа, прикола, что вы сами соберете, вот мы реально собрали, вот, четко берите, еще и 10 тысяч вам скидка. Вот, с душой. Да. Спасибо, Тимофей. Спасибо, Антон. За такую сборку. Спасибо вам, друзья, что смотрели. Всем пока. До свидания.